На совещании привели печальную статистику. За 7 месяцев 2018 года на территории обслуживания 10-го батальона ДПС произошло 2500 ДТП. В них пострадали 13 детей. Наиболее часто дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних происходят в конце рабочей недели в период с 3 часов дня до 9 вечера. Аварийные дни – это суббота. Отмечается высокий рост происшествий в пятницу и воскресенье. Ну, связано это, скорее всего, с массовым выездом, то есть с Московской области, с Москвы. Все передвигаются в дачные участки, к местам проведения отдыха. В период с 20 августа по 16 сентября в Московской области проходит профилактическое мероприятие «Внимание, дети». Собравшимся напомнили об активизации работы по безопасности на дороге. Ежегодно в летних лагерях сотрудники госавтоинспекции проводят обучающие занятия с ребятами. Но те, вернувшись после школьных каникул в город, отвыкают от оживленного движения машин и, как говорится, теряют бдительность. Мы должны напоминать ребятам о правилах дорожного движения. И частенько бывает так, что мы же вызываем на комиссию по делам несовершеннолетних ребят, которые нарушили правила дорожного движения, либо правила перехода железнодорожных путей, да, в неустановленном месте переходят. Дети эти правила знают, но, к сожалению, их не выполняют. Мы говорим о том, что должны растить законопослушных граждан. Особое внимание на совещании уделили взаимодействию со старшими членами семьи. Создание родительских патрулей и вовлечение взрослых в профилактические мероприятия позволяет на личном примере объяснить ребятам важность соблюдения ПДД. Должна быть работа, направленная именно на родительскую общественность, на то, чтобы родители со своими детьми занимались и им говорили о правилах дорожного движения. Создание отрядов юных инспекторов движения – одна из главных составляющих работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Ребята в игровой форме рассказывают своим сверстникам об опасностях на дороге, учат, как избежать рисков. Уже совсем скоро, 4 сентября, на территории Московской области пройдет единый день профилактики дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья. Безопасные дороги». Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».